Red. Как говорится, ну не во весь рост, вы не войдете ни в одну картину, конечно. А вот так, я думаю, мы с удовольствием. У меня даже человек специальный, Константин, для этого дела есть. У меня есть для вас, дорогие друзья, встречайте, приветствуйте, заслуженный художник России Беседин Олег Владимирович. Он специально пришел ради этого момента, где он? Вот он, Константин. Вы даже похожи чем-то, между прочим. И вас кафедры архитектуры и дизайна. Близнецы, братья. Близнецы. Я не побоюсь сказать этого слова, прямо однояйцевые, прям близнецы. Да. Итак, дорогие друзья, у вас есть возможность посмотреть вот прямо в прямом эфире, зона свободная от фонограмм у нас, в прямом эфире. Константин, не убегайте от художника, он все равно повернется и найдет вас. А, да. Чтобы вы могли видеть, дорогие друзья, как работает художник, и сейчас на ваших... Константин, делайте дурацкое лицо. Ну, не, улыбнитесь, Константин, вон. Вот женщина ваша, которую вы тискали, она очень хорошо улыбается. Это, внимание. Ну что, все свои? Конструктор прямо недовольно так смотрит, а жене его нравится. Итак, на ваших глазах, господа, появляется портрет Константина. Вы можете видеть. Константин, улыбайтесь, улыбайтесь, Константин. Константин, чтобы было настоящее сходство. Заслуженный художник России обещал нам за 4 минуты на ваших глазах нарисовать его шарж. И из этого дурацкого Константина сделать еще более дурацкого, господа, шарж. Ну вы улыбайтесь, Константин, улыбайтесь. Ой, смотрите, дорогие друзья, ну просто чудо-человек. Господа, можете вставать, смотреть, улюлюкать, кричать, свистеть, если вам нравится. Появились уже борода и усы. Почему-то косоглазие он нарисовал такое. Ну, не врожденное, но все-таки. Приобретенное косоглазие. Ну, потому что он на женщину свою все смотрит. Не прекращает. Тут чувствую, у меня тоже кусочек радости появился. Итак, дорогие друзья, ну вот уже носик пошел. Носик Константин, значит... Щеки у вас такие, здоровый румянец, господа. И вот вы уже видите на ваших глазах, посмотрите, постепенно брюки превращаются в роскошные шорты Константина. Прямо цыганский барон, Константин, слушайте, ну вы. О, есть, готово, Константин. Подождите, подождите, рядышком встаньте, Константин, смотрите пока. Господа, по аплодисментам мы определим. Вечере от нашего замечательного